вы слышали, что кошки могут лечить людей? Я читал об этом, но сам никогда не сталкивался с этим. Хотя уже много лет живу с кошками. Во всяком случае, они меня никогда не лечили. А знаете почему они меня никогда не лечили? Хотя я и коленки сбивал, и локти, и руки резал. Да каких только у меня ран не было. А не лечили они меня, потому что сами не знали, что могут это делать. И знаете, кто научил Марфу и Киску лечить людей? Никогда не догадайтесь, кто. Но сейчас вы сами все увидите, сами все узнаете. В этом ролике я вам покажу, как кошки могут лечить людей и кто этому их научил. Коля! Коль! У нас там вратарь один был, сначала высокий такой стоял, а потом пошел низкий, и в общем мы проиграли. Коля! Сейчас, секунду, подожди. Мне кажется, Соня зовет. Коля! Чего она там раскричалась? Иди сюда! Ой-ой! Ой! Ой-ой-ой! Что случилось? Упала! Помоги мне! Ну говори уже ей! Не умеешь кататься? Да не берите велик! Ой, Соня! Ну что у тебя болит? Давай, покажи! Нога болит! Вот это что ли? Да, видишь, какая рана? Да ладно тебе рана. Так, царапина. Нет, не царапина. Это настоящая рана. И голова болит вот здесь. Ладно, давай. Сейчас посмотрю. Да чё ты ноешь? Даже шишки нет. Вот девчонки. Зато у меня есть сотрясение мозга. Какое сотрясение мозга? У тебя же мозгов нет. Ну, Коля! Ты идти хоть можешь? Нет, не могу. Нога очень болит. Ладно, держись за меня. Помогу. Ой. Да давай, ой, давай, ой. Чё там? Царапина просто. Давай, давай, иди. Давай. Что случилось с Соней? Упала. Осторожно! Не торопись! Мне же больно! Да ладно, ладно, мы уже пришли. Садись. Фух, ну ты и тяжелая, Соня. Ой, что будет? Она что же, умрет? Марфа, не говори глупостей. Подумаешь, с велика упала. Делов-то. Но она же так стонет, бедная. Ей так больно. Дай-ка я посмотрю твою ногу. О, Соня, у тебя перелом. Это коленка, а не перелом. Точно, коленка. А я с перепугу перепутал. Слушай, Соня, а может быть у тебя здесь перелом? Нет у меня никакого перелома. Просто болит. Рана это. Сейчас. Подожди. Что он придумал? Куда Коля пошел? Не знаю. Вот! Зачем это? Укол сделаю. Зачем укол? Сейчас, Соня, сейчас. Сейчас я тебе сделаю укольчик, он тебе точно поможет. Уйди от меня, не дам делать укол. Никиса, а почему Соня не хочет делать укол? Конечно, не хочет. А ты бы хотела, чтобы тебе сделали укол? Нет, конечно. Но она же упала. Вдруг у нее столбняк будет? Да как ты не понимаешь? Это укол от столбняка. Да отвали ты. Мне и так плохо. А тут ты своим уколом. Ну и пожалуйста. Я как лучше хотел. О, а можешь скорую помощь вызвать? Нет, не хочу скорую. Правильно, нужно скорую помощь вызвать. Не паникуй, Марфуха. Дело житейское. Все само пройдет. Но ей же больно. Не хочешь укол, не хочешь скорую? Тогда я тебе хотя бы рану
продезинфицирую, вот. Не-не-не, это будет больно. Да какой там больно? Совсем не больно. Подумаешь, намажу йодом и все дела. А голову что, тоже мазать будешь? А голова что, еще не прошла? Болит еще, да? Да, болит. Какая же ты вся раненая. Ой, понесу же тебя на этом велике кататься. Никиса, а я знаю, что нужно делать. Что? Нужно Соне дать что-нибудь вкусненькое. Точно, вкусное всегда помогает. Пойдем на кухню, поищем что-нибудь. Смотри, Марфа, пирожное лежит. Сейчас, поближе посмотрю. А я пойду Колю позову. Коля! Коля! Что это? Вот что ты наделала? На минуту тебя нельзя оставить одну. Марфа! Нашла время воровать пирожное. Там Соня ранена лежит, а ты тут хулиганишь. Я не хулиганю. Я помочь Соне хотела. Да, мы помочь хотели. Понимаешь, сладкое всегда помогает. Вот мы и хотели тебе сказать, чтобы ты Соне дал пирожные. А это мысль. Может быть, правда пирожное поможет? Нет, это пирожное уже не поможет. Это понятно. Поищу что-нибудь еще. О, вот. У меня еще одно пирожное есть. Соня! Соня, 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 смотри, что я тебе принес. Это точно должно помочь. Тише. Что Василиса делает? Она меня лечит. Молодец, моя доченька. Молодец, Василисушка. И как это я забыла, что мы, кошки, можем людей лечить без лекарств. Вот это да! Пирожное принес. Пирожное тоже пригодится, но только потом. Вот такие дела. Но теперь я точно знаю, что больше я не буду пить никаких лекарств. Теперь меня будут лечить только мои кошечки.
подумать, что первая об этом догадается моя малышка Василиса. Но вот каким таким загадочным образом она поняла, что может лечить болезни? Это загадка. Друзья, а вы проверьте своих кошек. Я уверен, что и ваши котики обладают таким же даром. Ну, а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, этот ролик вам понравился. И вы обязательно поставите лайк, подпишитесь на мой канал, на мой инстаграм. Ссылка в описании. И все. Всем пока-пока!